именно? Мам! Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Ты что делаешь? Ты специально подговорил Погодина, чтобы он надо мной поиздевался, чтобы унизить меня. Я не актриса, да? Вот тебе, сам выступай. Я талантливая, а ты неудачница. Я тоже плакать буду. Чтобы ты излечился. Тише, тише, дочка. Ты только проснись. Мне без тебя очень скучно. Не все было хорошо, но тогда мы хоть у друг друга были. В школу ходил? Конечно. Умеешь читать? Ты меня беспокоишь. Не имеешь права! Подай на меня в суд! На! Подавись! Так, прекратите драку! Хватит! Стоп! Стоп! Аля! Тихо! Аля, что ты делаешь? Я упала, да? Ой, сердце, сердце заболело. Вызовите скорую! Не надо, не надо скорую. Мне лучше уже. Уже лучше. Слышно лучше? Да. Точно? Да, да, да. Все хорошо? Да. Смотри, Пухля, если я отгадываю, забираю себе. И чтобы потом не плакал. Слушай, а что у тебя за сделка, про которую ты мне Лене говорил? Продаю часть клиники. Да? А когда она будет, эта сделка? Надеюсь, что скоро. Почему ты интересуешься? Ну, так, просто интересно. Ты же вроде говорил, что когда эта сделка закончится, домой вернешься. Моя мама говорит, что все к лучшему. Теперь у меня большая семья. И мне, правда, не за что вас прощать. Вы мне жизнь подарили.